Сука, я ненавижу эти лаги. Чё, он мне просто телефон пролаг сделал на секунду. Это невозможно пройти. Это просто невозможно нахер пройти. Почему? Просто худший левел в игре, наверное, чуваки. Я не знаю просто, насколько чел нужно конченую сделать оптимизацию. Люди просто забывают, что декор это не только искусство, но что его еще оптимизировать надо. Что его не на выставках показывают, а что в его уровне все-таки, ну, играют. Из этого просто помирает из-за того, что у меня пролаг идет такой, что просто секунда, чел. Там невозможно выжить. Просто один FPS в буквальном смысле. Как? С LDM-ом, чел. С блестящим просто LDM-ом. Это один из лучших LDM-ов, серьезно. На самом уровне даже ультра LDM настолько плохой, что там даже в практику завершить невозможно. Потому что настолько лютые лаги. Просто 5 FPS играешь, как в Ultra Violence. Мне этот боссфайт еще 3 раза надо пройти, чтобы вы понимали. Я один боссфайт не могу уже минуту пройти. Ой, минуту, час пройти не могу. Я уже просто устал эти 2,5 минуты КП каждый раз проигрывать. Есть! Наконец-то. Ой. Первая монета есть. 70 попыток плюс... плюс 74 попытки. Мнение о уровне скажу после второй попытки. Нет! Сука, блядь, ненавижу эту хуйню ебаную, блядь. Удалите это с серверов, пожалуйста. Просто... Мне люто бомбит просто с этого уровня. Просто люто бомбит. Это настолько ущербное говно, я не знаю просто. Почему оно всем нравится? Всегда всем нравится говно просто, я не понимаю. Почему? Люди не ценят нормальных уровней. Зато ценит вот этот вот уровень, в котором настолько бездарный ГП, что просто, я не знаю, я лучше строю. Чел, мой друг лучше строит ГП. Хотя он играет в GTA где-то месяц, наверное. Ну, 2 месяца. У него ГП лучше получается, чем здесь. Тут ты либо просто засыпаешь под ГП в прямом смысле слова. Либо, я не знаю, либо он очень канцерный. Просто... Как, знаете, как в этих вот... низкокачественных челленджах, которые вот на серверах лежат. Вот такой же вот низкокачественный ГП.
Наконец-таки, господи, я не могу просто в это играть, чуваки, это ужасно будет. Я ставлю лайк Элдемвер, и я ставлю дизлайк Виклику. Один из худших викликов, топ-2 худший виклик этого года. Чуваки, это просто такая параша, я серьезно говорю, это просто ужас какой-то. Интересно, мне ешь? А, я попал в топ, кстати, по виклику, друзья. Я топ-55. Я топ-55, друзья, я собрал 2 монеты. И дважды прошел уровень. Вы можете себе представить? Это один из, кстати, моих лучших показателей. Но вопрос, почему же я, собственно говоря... О, а тут вообще топ-2. Почему же я, собственно говоря, нет самое? Не проходил на основе, ребят. Ну, я сейчас давайте все объясню. Почему? Давайте я объясню, почему я на основе не проходил, почему я считаю это говном. Сначала, почему я не проходил это как викли? Ребят, даже с ультралемом это лагает ужасно. Вот как вы видите, я вот пробовал на виклике завершить практику. Просто практику, чувак, я не смог. Я просто не смог. То есть там настолько люто лагаешь, что нужно просто... Ну, типа, я целую минуту не мог поставить нормальный чекпоинт. Потому что у меня шел пролаг на 1.5 секунды, ребят. Я просто... Это невозможно было завершить практику. Я там слился из-за лютого пролага на 98 и все. То есть, и просто чел Бирл это какой-то гений. Он убрал все такие объекты, которые не создавали лагов, и оставил все объекты, которые создавали лютейшие лаги. В итоге левел выглядел... Ну, половина левела выглядела уродски, вторая половина выглядела наполовину уродски, но она все равно ужасно лагала. То есть, чуваки, это просто гений. То есть, человек вообще по факту не оптимизировал уровень. То есть, он вообще не умеет оптимизировать, я так понимаю. Во-вторых, почему же мне этот уровень не нравится? Во-первых, я уже сказал, что здесь очень-очень-очень ущербный ГП. Он либо настолько скучный, что ты реально просто хочешь спать. Типа, меня вот реально последние 30 минут игры в уровень меня реально тянет в сон. И хотя до этого не тянуло. Я типа даже вот гулял, там кофе попил. Вроде как взбодриться должен был, наоборот, сон тянет из этого уровня. Тут половина просто капец какая скучная. Вот этот вот вейс на 80% просто какой-то невозможный, ребят. Там просто полнейший рандом. И просто потом какой-то вообще непонятный парт, зачем его поставили. Просто какое-то говно рандомное, чуваки. Которое может пролаг тебе создать еще. Ну и короче, я не знаю, ребят, это плохой уровень. Конечно, он очень многим людям зайдет, но мне лично это вообще не зашло. Ну я бы не... Это, конечно, не 0 из 10, но это где-то 4 из 10. И то 4 тупо из-за того, что здесь просто потрясающий декор. Но опять-таки, если не брать в счет оптимизацию, оптимизация имеет очень большое значение. У меня Dreamflower без LDM, ребят, тянул. Ну, правда, там некоторые парты лагали еще сильнее, чем здесь вот. С Ultra LDM. Но все равно, чуваки, Dreamflower тянул, а вот это говно не тянет. Ну, короче, я не знаю, мне он не понравился вообще, честно. Честно говоря. Но в Discord гаунтлетах он 1000000% что появится. Потому что, ну, я не знаю. Это второй, по-моему... Да, это второй уровень, который попадет в Discord Gauntlet, насколько я понимаю. Потому что, да. И который был викликом, вот. Так что, как-то так. Ну, а я пошел, ребят, дважды ребитать еще этот уровень. Это, конечно, ужасно. В сумме было потрачено 113 плюс 74 попытки. Вот. 74. Как так? ГГ.